Привет-привет! Я закончила обещанный альбом из коллекции «Папина принцесса» от Скрабмир, и сегодня хочу вам показать, что у меня получилось. В этот раз обложку я обтянула льном достаточно яркого, но в то же время сложного и благородного розового оттенка. Эту ткань я купила в швейном магазине в остатках совершенно случайно, и теперь очень рада, что сделала это. Для украшения обложки я использовала чипборд, цветы, бумажные, тканевые, шифоновые, конечно же, вырубка, у меня здесь вот такие веточки, листочки, кружево, салфеточка, гипсовая рамочка, ну и добавила бисер, его я добавляю почти во все свои работы. И здесь он у меня тоже присутствует в трех оттенках, немножко похолоднее розовый, потеплее жемчужно-розовый. Также здесь добавила немножко веточек и блестящих дотсов. Давайте я вам покажу, что внутри у этого альбома. Это относительно новая коллекция, я раньше с ней не работала, и поэтому хочу поделиться с вами своими впечатлениями. А впечатления у меня остались самые положительные. Если вы помните, я брала два набора 20 на 20 на этот альбом, и они у меня почти полностью ушли, даже некоторые листы я брала из других коллекций. Однако у меня осталось два одинаковых листа по одному из каждого набора. Я не взяла их вам показать, но это были листы с мелкими надписями на английском языке и маленькими карточками. Они у меня не пошли в альбом. И если бы обратная сторона этих листов была не белая, а с любым фоновым ненавязчивым рисунком, я бы с удовольствием эти листы тоже использовала, ну хотя бы вот на подложке для фотографий. А так они у меня остались не у дел. И еще, все-таки в этой коллекции мне больше понравились дизайны, которые вот такие более универсальные, а не детские. И именно их я в основном использовала в альбоме, что в принципе вы и сами увидите. Так, например, на первой страничке здесь тоже досочки у меня, газетный текст, вот такие вот розочки. И только украшения напоминают, что альбом все-таки детский. Здесь у меня вот такая коляска, надпись «Радость». Сердечки, это высечки, которые тоже шли из этой коллекции. Также здесь у меня самодельные высечки, кружево. Очень-очень красивая вот такая вот вырубка-салфетка. Здесь у меня две горизонтальные подложки, они откидываются вверх. И для украшения их внутренней стороны я выбрала вот такие штампики-мишки, потому что и в самой коллекции также мишки. На втором развороте я использовала только одну страничку с детским дизайном. Это левая с такими вот бутылочками, пустышками, погремушками, а правая страничка у меня в клетку. Причем, когда я рассматривала набор бумаги, она вызывала у меня некоторые сомнения, но когда я начала собирать альбом, поняла, что она классно сочетается со всеми остальными листочками. Для левой странички в качестве украшения я выбрала милейшую карточку с мишкой, такая вот у меня рамочка с короной над головой. Чипборд «Мамина радость», шифоновые розочки, чипборд вот такие вот цветы, кружево и, конечно же, вырубка, это веточки шиповника и вот такой бантик, который выглядывает у меня из-под круглой фишки. А с этой стороны главным украшением стал шейкер, в нем разного цвета бисер, пайетки и все это очень красиво переливается. Здесь горизонтальные подложки на прозрачном анкере, а здесь вертикальные подложки на магните. Также для правой странички я выбрала вот такой вот тежик «Наша малышка», гипсовое сердечко, вот такие вот ягодки вырубные, кружево нескольких видов и, конечно же, эмбоссинг на кальке. Следующий разворот немного посложнее предыдущего, потому что здесь есть открывающиеся элементы. С левой стороны вот такая вертикальная конструкция откидывается вверх. Здесь надпись «Маленькие ручки», «Маленькие ножки», чипборд ручка, мишка с линейкой, фоновая вырубка на этой страничке и вторая сторона сквозного шейкера. Причем с этой стороны он у меня украшен рамочкой из набора, а с этой стороны просто идеально подошедшей по размеру рамочкой. С правой стороны горизонтальная раскладушка, она держится на магните. Причем здесь я не стала делать подложки для фото. К этому альбому конкретно хочу приложить мешочек с дополнительными уголками, чтобы хозяйка альбома могла сама принять участие в творческом процессе и вклеить фотографии туда, куда сочтет нужным. Здесь откидывается еще так. Надпись «Сладкие сны». И раз сны сладкие, здесь и фишка пирожная, которая вклеена в круглую рамочку. Для украшения открывающихся элементов я использовала очень красивое вырубное кружево. Здесь и здесь. Следующий разворот. На нем самым милым элементом украшения стали оборки из сетки. С левой стороны вертикальные раскладушки открываются так.
Здесь же у меня надпись «Учусь ходить», вырубка, салфетка, ягодки. Здесь тоже такая же салфетка, веточки, ягодки, чипборд, обычное кружево, мишка, воздушные шарики. А с правой стороны я сделала каскад из 7 фотографий, которые откидываются вверх. И также здесь использовала очень плотную вот такую карточку чипборд, на которой можно сделать какую-нибудь запись. Левый разворот с надписями «Baby». На анкере откидывающаяся левая часть открывается так и еще так для увеличения количества фотографий. Здесь вырубка бантик, пироженка, чипборд «Маленькая леди», чипборд «Розочка», который спрятался под листочками из кальки, шифоновые цветочки. С этой стороны горизонтальные раскладушки откидываются вниз. Надпись «Первый зубик», цветочки, очень красивая фишка, мишка. И вот такие вот классные ложечка и вилка. Это тоже вырубка, причем вилочка у меня перламутровая, сочетается с фоновой бумагой, а ложечка белая. Ну и заключительный разворот. Здесь я слегка разгулялась с декором. Впрочем, карета приклеена таким образом, что фотографии можно вставить под нее. Также здесь мишка с тортиком, на котором написана единица, так что разворот можно использовать для фотографий первого дня рождения. Фишка Baby Girl, шифоновые цветы, вырубка, высечки, кружево. Вся нижняя часть еще держится на анкере, откидывается таким образом. Здесь еще подложка для фотографии. Здесь карман, в который можно расположить несколько снимков. Ну и на последнем форзаце я также сделала традиционный карман. Вот такой альбом у меня получился. В целом я осталась им довольна. Надеюсь, он и вам понравился. До скорых встреч. Пока-пока.